И снова здравствуйте, всем привет! Сегодня готовим запеканочку вкусную. И начинаем мы с того, что нам нужно растереть хорошо наш творог. У меня творог домашний. Вы берете, какой любите, какой есть в наличии. Значит, здесь творог, яйца, сахар, ванильный сахар и щепотка соли. И пробиваем все погружным блендером. Нам нужно сделать однородную массу. Так, все, творог хорошо разбили блендером. Теперь добавляем сюда 2 столовые ложки крахмала, полстакана молока. Если есть сливки, можно сливки добавить. Так, хорошо, перемешиваем аккуратненько. Сразу сюда добавляем цукаты. У меня здесь изюм, курага и чернослив. Все хорошо промытое, просушенное. И курагу с черносливом кубиком. Все, все аккуратненько, хорошо вымешиваем. Соединяем. Все вместе. И встречаемся. Все, хорошо размешали. Теперь условно пополам делим на 2 части. Одну часть в одну мисочку, другую часть в другую. Все, теперь сюда добавляем еще столовую ложку крахмала. Хорошо размешиваем. А во вторую часть добавляем хорошую такую с горкой столовую ложку какао. Просеиваем обязательно. И хорошо размешиваем. Все, наши 2 массы готовы. Начинаем собирать. Теперь все очень просто. Берем форму, в которой будем запекать. Ложим ложку темного. Ложку светлого. И так в шахматном порядке собираем. Теперь на светлое ложим темное. На темное светлое. Теперь немножко выравниваем. Цвета, в смысле, выравниваем. И отправляем в разогретую духовку. Духовка у меня уже греется. Это самый важный момент. Духовка всегда должна быть горячей, уже нагретой. Если ставим еще не в разогретую духовку, у нас больше времени уходит на выпекание, запекание. Это очень важное правило. Все. Ставим в духовку. Время, как всегда, будет в описании точное. Все, наша запеканка готова. Проверяем пальчиком. Вот если он не уходит туда ниже, он пружинить должен. Он как на что похоже? На желе похоже. Такое вот оно пружинистое. Все, значит, оно готово. Оставляем остыть и будем пробовать. Ну что, пробуем нашу запеканочку вкусную. Пробуем. Вот такая она у нас, смотрите, разноцветная, с цукатиками. Чудесная, просто чудесная. Похоже на мороженое. Но это вкусно.
Это очень вкусно. Два в одном. Супер. Просто супер. Чудесно. Ну что, ребятушки, поделилась с вами своим рецептом. Вкусно. Просто. Ну и полезно. Муки здесь нет. Это просто замечательно. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте пальчики вверх, пишите комментарии. Заходите в гости на мой канал. Всем буду рада. Всем спасибо. Всем пока.